Идите куда дорогу. Ага, на маги грузимся, давай. Пойдем. Кива, они, короче, взял с собой 15 патронов зарядов на Панзербаус и 16 этих пулеметных лент на газонокосилку. И убрёшь сейчас вверх. Поехали! Ура! Вперёд! ПТРД уже стреляет. За церковь есть сразу. Твой брат, русский Иван. Да можешь на тут. Кто-то уже взорвался на триггере. Я на пассажира, короче, удачи. Я не хочу первым. Давай. Ой, это церковь. Дэн? Жек, ты тут? А. Я сказал, ты в левую часть не иди. Ну, что ты наслушал, как ты наслушал, снова в левую часть не иди. Я сказал тебе в левую часть не идти. Жесть, лаги. Лаги, у меня тут даже что-то смотрел. Сколько у них там этих? Ганомаки упали, бац. Топово. Ой-ой-ой. А вы что-то так вдалеке ползило? Осторожно. Ну, снайпер что? Какая-то осторожность. Поехали, просто взорашили и все, и воюют теперь. Да. Просто о чем? Мы дом сломали. Там бисмут был.
пулеметчик тупо для шума стреляет, по-моему. Они все для шума работает? Стреляют, по-моему. Пушка рабочая или нет? Вы знаете, что самое прикольное? Бот, который сидит посреди его двора, живой. А все, кто ныкались, сдохли. Так, дайте-ка я угадаю, у меня свой отработан. Нет. Просто бота ничего не трогает. Вот, наверное, так же все вчера сидели. Может, хватит все ломать? Жесть, их тут бегает, блин. Я в доминацию так играю. Тоже куча ботов бегает и все стреляют. Да, да, да. Хек. Как боты, чё? Бот посреди поля, подождал. Сука, бес, его как мало бегает. Бес, мы сейчас... Ух ты, его через стенку убили, да? Ладно, я последний, что ли, был? Да. Давайте еще раз. Че за едут, едут по дороге. Пойдемте воевать с ним. Да, там он. Еще едут? Да, еще гамаки едут. Других уже... Минирую отходы тут, так что уходите не через дома. Так.
Ой-ой-ой, вот это высадка. Да-да-да-да. Просто... Ворон бессмертный просто. В рюкзак попало. Офигеть. Ни хрена это. Я кому-то. Все сгорели, блин. Что за дебил? Иванчик опять доволен. Да нет, у меня в окопах застряло, взорвался сам. Думал, куда? Парни, кто на первом помоке ехал? Я. Ты один был? С кучей людей. Да. Второй сгорел. Вы так отчаянно херачили по вам. Когда рашить пошли. Не, высадку сейчас делали прям мне на этот подствол. А ты же видел первый гамак, который ехал? Видел. Я сожгли сразу. Ну нет, я не видел, как он сгорел. Я был очень сильно занят тем, что мне прям под нос высадили целое. Знаешь, как мы штурмовали вас? Вы заглядывали в этот раз? Снарядов на них. А, да. На что 50? Мы вот так играли. Ну и вы, собственно, вынесли вас через разрыв, а только я и моя ракета остались. Я еще немножко побыл там. Недолго. Есть хоть одна пушка действующая вообще или нет? Зенитная действует. На 50 снарядов. Что-то пусть на 50 выстрелов. 3 панзершека и 50 выстрелов. Круто. В смысле? Иванчик, это ты о чем? Нет, на стороне атаки есть 3 панзершека и 50 снарядов. Да даже больше. Ну там нет, кого-то остать 50, ладно. Надо сидеть и отстреливаться просто. Да. Атаки? Отстреливаться? У атаки. Ну. Так, окружить просто деревню и понадобилось со всех сторон. Окружи! Нашла шутку. Здорово. Лел. Поздоник сейчас сил давали. Остался один только он. А ворон, он же жив. Просто он немножко ранен. Обе ворон будут живыми. Сейчас стану выживать. Все, ударная сила закончилась. Вулн РСП сидит. Вул АФК, что он пошел опять бассейн копать. Обсуждать лет качал и заниматься гороскопами. Не буду задавать лишние. Что он еще делает, когда АФКшит? Я тупо не знаю. Не, когда АФКшит мы слышали, да, про гороскопы, когда у него микрофон залип. И про сметану. И про сметану, да. Больше ничего не слышали. А что значит бассейны копать? Красиво у меня сейчас. А кто с РПГ стрелял? Сейчас кто подойдет? Доника ранит.
Дэн стрелял. Да какой красавчик, Миша. Он своего убил за то. Меня убил. Добил, ну. Додик же, чё делать, страшно. А чё? Чё делать, убегай. Либо один, либо второй его. Ой, всё, сейчас его АВП поймает. Давай. Он же видел его. А Додик думает, что это свой. А, нет, он просто его не видит. Победа. Это странный пулемет.